Кружится вокруг елки хоровод. В хороводе собрался весь лесной народ. И белочки, и зайчики, и волк серый. А еще герои сказочные. Принцессы, рыцари, супергерои. Каждый ребенок выбрал себе интересный и красивый костюм. На праздник к ребятам всегда приходят сказочные персонажи, которые задают им задания, вместе с ними танцуют и дарят вкусные сувениры. Но самым долгожданным все же остается появление Дедушки Мороза со своей Снегурочкой. Именно с его приходом появляется волшебство. Глаза детей искрятся от счастья, а в руках у каждого ребенка подарок. Новогодние утренники очень важны для малышей. Они дарят им настоящий праздник и задорное настроение.